зашел, меня дома не нашел. Не нашел и сразу злиться, ну зачем же торопиться? Ой, дома не было, ой, тебя не ждала. А ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала. А ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Чем вопросы задавать, стал бы лучше целовать. Не ласкаешь, не балуешь, ну зачем же ты ревнуешь? Ой, дома не было, ой, тебя не ждала. А ты даром не ходи, ой, пойдешь, предупреди. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала. А ты даром не ходи, ой, пойдешь, предупреди. Сказал, что с другой тебя видал. Правда это или неправда, помирились, ну и ладно. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала. А ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала. А ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Хоть гадай, хоть не гадай, будешь мой, ты так и знай. Так приказывает сердце, от судьбы не отвертеться. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала. А ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала. А ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Чайник с чаем на столе, хорошо тебе и мне. Пошутили, стали квиты, все обиды позабыты. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала. А ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала. А ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Ой, дома не было, ой, тебя не ждала. А ты даром не ходи, коль пойдешь, предупреди. Веселей, легче, что жить.
создаются комфортные условия для проживания. Мы набрали хороший темп развития, но этого мало. Есть еще проблемы, трудности, нерешенные вопросы, которые мы вместе с вами будем решать. Мы сделаем все для того, чтобы жители нашего района гордились, что проживают в Петушинском районе. Я сегодня хочу сказать всем спасибо за тот вклад, который вы носите в развитие района, за гуманитарный вклад, за помощь мобилизованным. Всем большое спасибо. Мы стараемся сделать наш район лучше для его жителей. Мы стараемся сделать максимально не для себя, а для следующего поколения россиян, для наших детей. Я горжусь Петушинским районом. Я хочу сказать спасибо всем жителям, всем предприятиям, которые трудятся на благо нашего района, всем тем, кто своим трудом прославляет наш район в других регионах. Уважаемые друзья, от своего лица, от лица Совета народных депутатов Петушинского района, я желаю всем семьям, всем вам мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. С вами замечательно трудимся. Мы с вами зарабатываем деньги для того, чтобы развивался и район, и область, и наша любимая страна. И мы начали получать от этого дополнительное финансирование. Мы начали строить, ремонтировать дороги, ремонтировать и строить школы, спортивные площадки. И все это за последнее время здесь появляется вновь и ремонтируется то, что давно не ремонтировалось. Это все благодаря тому труду, который вы даете нашему району и нашей стране. Поэтому я хочу пожелать нашему району развития. Развитие такого, чтобы здесь у нас как можно больше детей оставалось, чтобы наши дети хотели здесь жить. Ура Петушинскому району! Уважаемые жители Петушинского района, я с удовольствием всегда бываю на вашей земле и раз от раза отмечаю, что район движется вперед, развивается. Здесь становится чище, открываются новые производства, здесь появляются новые жители. И, конечно же, рад, что у этих жителей есть вот такие замечательные праздники. Петушинский район – территория, где живет и работает активная муниципальная власть государственная, где есть неравнодушные депутаты, где очень активное и небезразличное бизнес-сообщество, и, конечно же, неравнодушные и замечательные люди. Уважаемые жители Петушинского района, я по поручению губернатора и от имени правительства Владимирской области поздравляю вас с этим замечательным праздником, с 94-летним датой образования Петушинского района. Замечательный праздник, почти вековой юбилей, почти вековые традиции. Думаю, что все еще впереди. Вся жизнь впереди. Вам, всем жителям Петушинского района, я желаю, конечно же, крепкого здоровья, чистого мирного неба, улыбок, любви, тепла, семейного благополучия и всего самого наилучшего. С праздником! Все это мы. Это ты и я. Россия наша гордость. Твоя и моя. Россия – это сила. Слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Россия – это сила. Слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Уважаемые жители, гости нашего города, нашего района, действительно, здесь сейчас представлены все муниципальные образования нашего района. Мы все есть район, а район есть мы. Мы есть единое. И мне хочется поблагодарить руководство нашего района, который нас всех собрал, нас всех сплотил. И только благодаря нашим совместным действиям у нас получается достигать то, о чем мы могли только мечтать. Еще раз вам большое спасибо.
тоже является частичкой нашей команды. Это старосты. Давайте поаплодируем и поблагодарим их за работу. Спасибо вам! И эту историю делают люди, которые внесли огромный вклад в становление, в развитие, в процветание нашего района. И это почетные граждане района. Это не просто слова. Этот статус, заслуженный трудом и временем. Я от всех вас говорю спасибо нашим почетным гражданам. Они пример и образец любви и уважения нашему району. Спасибо вам! Здесь присутствует дочь Игоря Васильевича Пустовалова Екатерина Игоревна, которая продолжает дело своего отца. Приглашаем вас на сцену. Друзья, давайте поддержим Екатерину Игоревну вашими аплодисментами. Которые сегодня выступали перед вами и будут еще выступать, они тоже будут продолжать достойно всю работу, которую начинали наши деды. Я поздравляю всех жителей района от лица Совета ветеранов с праздником, с Днем Петушинского района. Желаю здоровья, удачи, счастья в личной жизни. И еще желаю, чтобы побыстрее закончилась наша военная операция, и наши мужчины вернулись домой. Всем здоровья, будьте счастливы. Гуляла, Романова и говорил.
цвет кольрозовый, цвет ей не нравится на свет. Цвет кольрозовый, цвет ей не нравится на свет. Взяла Рому за ручейку, от родаю назвала. Взяла Рому за ручейку, от родаю назвала. Ты от рода, ты от рода, ты от радушка душа. Хорошую логистику и инвестиции в экономику. Прямое железнодорожное сообщение связывает район с Москвой и восточными территориями страны. Петушинский район – один из лидеров по вкладу в экономику региона. Снижает самый высокий уровень заработной платы во Владимирской области. На территории района расположен один из крупнейших в России фармацевтических кластеров. Здесь работает традиционная научно-производственная компания полного цикла «Генериум», лидер российского фармацевтического рынка. С праздником, с днем образования нашего Петушинского района! Муниципального образования Петушинский район поощряются Ганин Евгений, бронзовый призер первенства мира по всесоревному карате. Величко Олег Александрович, тренер по боксу, районный комплекс спортивной школы. Петров Савелий, бронзовый призер первенства России по боксу. Друзья, наши бурные аплодисменты.
Много тебя стало слишком трудно молчать. Ты помнишь, мы обещали друг другу никому не мешать. Я беру выходной, и мне не важен никто. Я сегодня пришел сюда напиться. Я опять холостой, и нет кнопки стоп. Мне нужно забыть все, забыть всех, забыть. Ты знаешь, мне наплевать, где ты, с кем. Сегодня меня потеряла, я растворяюсь в толпе, заливаю печаль, закрываю глаза, и лучше мне не мешать. Я хочу танцевать, 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 я хочу танцевать. Завтра может, мне будет стыдно молчать. Если захочешь, я приду к тебе ночью, повторится опять. Ну а пока выходной, и мне не важен никто. Я сегодня пришел сюда напиться. Я опять холостой, и нет кнопки стоп. Мне нужно забыть все, забыть всех, забыть. Ты знаешь, мне наплевать, где ты, с кем. Сегодня меня потеряла, я растворяюсь. Заливаю печаль, закрываю глаза, и лучше мне не мешать. Я хочу танцевать, 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 я хочу танцевать. Танцевать, 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 танцевать.
Включите! Еще! Артисты! Друзья, давайте поблагодарим! Артисты! Город Москва! Ну что ж, что это являлось кульминацией, но нет, кульминацией мы подходим именно сейчас. Небольшое объявление, дорогие друзья, потерял все пальчики. Андрей Шевченко просит Андрея подойти к сцене, тебя здесь ждут. Андрей Шевченко, мы ждем тебя возле сцены. Ну а мы приступаем к кульминации. Друзья, да, действительно, самое время для кульминации сегодняшнего праздника. Артисту большому спасибо, еще раз большое. Советская площадь, давайте еще раз. За ребенка аплодисмента. Это наша площадь, за кого-то с воздушными шарами цвета российского флага. Это акция, мы предлагаем вам присоединиться к этой акции, чтобы показать всем, что мы с вами одно целое, вместе за мир. Колонны, распределяйтесь по всей территории перед сценой, заполняйте все пространство с собой, нашей силой, ведь мы, когда вместе, мы мощь, мы сила. Над нашими головами прогремят яркие залпы фейерверков в поддержку участников специальной военной операции. Но прежде чем мы начнем, просьба колонну распределиться по всей площади. Все пространство перед сценой. Можете занимать все пространство перед сценой. Готовьте свои фонарики на телефонах, поднимите их к небу, чтобы все видели, что мы за победу, мы за мир. Итак, внимание в небо, гремят залпы фейерверка. Один, два, три, четыре, затянуто, нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь, артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем. Давай за жизнь, давай, брат, до конца. Давай за тех, кто с нами был тогда. Давай за жизнь, будь проклята война. Помянем тех, кто с нами был тогда. Встанем, встанем, встанем. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы
мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Помним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Друзья, прямо сейчас состоится акция «Запуск в небо воздушных шаров цвета российского флага». Этим мы подчеркнем, что мы выступаем за мир и справедливость, за волю и независимость, за победу и славу России. Друзья, предлагаем вам последовать нашему примеру. Включайте фонарики на своих телефонах. На ваших глазах Петушинский район объединяется во имя славы России. Итак, считаем все вместе. 1, 2, 3, 4. И позитивных моментов. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, как следующие участники нашей программы. Они выйдут на эту сцену, чтобы зарядить вас своей энергией, поделиться своим позитивом. Ведь абсолютно каждому...